Кустарники. Раздел посвящен кустарникам, таким как смородина, жимолость, малина, виноград, крыжовник, ежевика, калина. 101 красная смородина обладает множеством замечательных свойств. Она считается источником необходимых витаминов, минералов и антиоксидантов. В статье расскажем о пользе и вреде красной смородины для здоровья женщины. Состав ягод ягоды содержат. 64 черная смородина Добрыня – один из самых крупноплодных сортов. Компактные кусты не занимают много места на участке, поэтому смородиновые плантации выглядят аккуратно. Крупные ягоды с плотной, эластичной кожицей и сине-черного цвета. 114 парша поражает смородину разных видов – красную, черную и белую. Опасность заболевания кроется в том, что на ранней стадии симптомы почти неразличимы. При появлении своеобразных бурых пятен на листьях и коричнево-ржавых. 102 при выращивании жимолости, неприхотливого кустарника, плоды которого созревают в начале лета даже в холодном климате, садоводам порой приходится сталкиваться с проблемой осыпания ягод. О том, почему осыпается жимолость. 99 столкнувшись с проблемой поражения кустов смородиной мучнистой росой, опытные садоводы нередко применяют соду для борьбы с болезнью. О том, насколько эффективно это средство, а также как правильно подготовить и использовать. 62 сорт черной смородины Багира выращивают в Центральном, Уральском, Восточно-Сибирском регионах. Он отличается морозоустойчивостью, в уходе неприхотлив. Из преимуществ Багиры выделяют иммунитет к распространенным насекомым-вредителям. Ягода редко поражается паутинным клещом, пилильщиком. 104 жимолость пользуется большой популярностью в народной медицине. Помимо ягод, отличными лечебными свойствами обладают листья растения. Они оказывают положительный терапевтический, а также общеукрепляющий эффект на организм человека. О полезных свойствах и 63 жимолость бажовская выносливая, вкусная и крупноплодная. В ней объединены сладкий вкус и высокая урожайность алтайских видов. Но выбор удачного сорта – только половина дела. Также важно знать тонкости возделывания культуры. 78 неприхотливая в уходе жимолость бореалис успешно развивается в регионах с холодным климатом, благодаря чему обретает все большую популярность у российских садоводов. Об особенностях морозостойкого сорта со сладкими плодами, а также 69 несмотря на то, что Сибирь нельзя назвать идеальным местом для выращивания смородины, многие садоводы все же решаются посадить ягоду у себя на участке. Прежде всего дачники выбирают сорт. Он должен. 3. Популярные разделы «Цветы розы» актуальны осенью. Популярные статьи. Поиск по сайту найти.